Ну что, коллеги, я предлагаю начинать. Всем добрый вечер, возможно, где-то добрый день. И добро пожаловать на наш очередной вебинар, который посвящен коучингу. Но на этот раз мы решили рассмотреть не просто коучинг как некая отдельная деятельность, отдельная практика, а ни много ни мало коучинг в терапии и терапия в коучинге. И сегодня мы бы хотели не просто в теории об этом поговорить, но уже и поделиться той практикой, которую удалось собрать и нам, и нашим коллегам, которые прошли обучение в ассоциации в Международном институте развития КПТ на курсе «Психология коучинга». И вот уже есть первые ласточки, первые результаты, которыми мы все гордимся. И сегодня хотим с вами поделиться вот в рамках нашей встречи, которая продлится примерно 1,5 часа. И за это время мы планируем разобрать 4 основных вопроса. Андрей, можно через один слайд буквально перебежать? Первое – это убеждение коуча, терапии и терапевтов о коучинге. И все-таки здесь постараться понять, а в чем же реальность и где же она находится. Второй вопрос – это коучинг, консультирование и терапия. А есть ли четкие или нечеткие границы? Зачем коучингу терапии, а терапии коучингу? И, наконец, как раз-таки четвертый вопрос, либо вторая наша часть нашей встречи, это практика использования и совмещения, то есть как коучинг применяется в работе с клиентами, с пациентами в терапии, и как терапевтические практики могут находить свое место в коучинге. И в конце мы расскажем о том курсе, собственно, о котором я уже упомянула, то есть это курс «Психология коучинга». Собственно, это тот курс, о результатах которого сегодня поделятся трое наших коллег. Андрей, можно на слайд назад? Я так немножко перепрыгнула. Ну, с кем я еще не знакома, хотя вижу очень много знакомых лиц, очень этому рада, вижу новых коллег, буду рада с вами также познакомиться. Меня зовут Попова Ксения, я бизнес-психолог, тренер-методолог, 12 лет проработала в крупных российских и международных компаниях в направлении обучения и развития, занималась обучением и развитием руководителей, в том числе в коучинге с 2014 года. За спиной у меня 3 школы. Это школа ICF, Эриксоновский университет коучинга, это Международный институт менеджмента Дмитрия Дмитриева. И вот третье направление, которое мы сейчас как раз с Андреем, с ним вы познакомитесь чуть-чуть попозже, буквально через минуту мы развиваем это направление вместе. Это когнитивно-поведенческий коучинг с очень сильной опорой и акцентом на научно обоснованный подход. Собственно, сегодня на этом мероприятии я буду модератором, поэтому, уважаемые спикеры, прошу меня простить заранее, но буду останавливать и, возможно, даже перебивать. Время наше все, поэтому 1,5 часа, я надеюсь, что мы проведем с пользой для всех сторон. И это несколько слов о себе, и будет, коллеги, интересно познакомиться с вами в экспресс-формате. Напишите, пожалуйста, в чат, кто вы, психолог, психолог-консультант, терапевт, коуч, HR, возможно, еще кто-то. И давайте посмотрим, из каких мы сегодня здесь собрались городов и, возможно, даже стран. Это всегда интересно понять, кто же рядом. Ну и, собственно, пока вы пишете, я передаю слово Андрею Василевскому. Я думаю, Андрей, ты сможешь сам себя представить, ты это сделаешь точно лучше, чем я. И тогда, я думаю, мы перейдем к основной части сегодняшнего вебинара. Коллеги, здравствуйте. Сейчас я перелистну на слайд с моим представлением.
Я думаю, со многими я уже знаком, и многие со мной знакомы, потому что достаточно уже много вебинаров прошло, и участие в двух форумах, на которых мы выступали, представляли когнитивно-поведенческий коучинг. Но все же представлюсь, да, значит, у меня бизнес-психологическое образование, но есть еще высшее педагогическое образование. Я сейчас работаю психологом-консультантом и коучем-консультантом в когнитивно-поведенческом подходе. Вот именно в таком сочетании, да, как коуч-консультант. Так я обозначаю свою профессию и свою деятельность. И, возможно, вот на следующих слайдах станет понятно, что я имею в виду, что имеется в виду. Значит, начнем с того, что представим, что у нас есть две аудитории сейчас. Я думаю, вот те, кто участвует в этом вебинаре в качестве участников, да, являются либо психологами, либо коучами. Может быть, небольшое количество людей являются и психологом, и коучами одновременно. То есть практикуют и ту, и другую деятельность, и имеют и то, и другое образование. Но сейчас представим, что вот у нас есть две такие аудитории. Психологи и коучи. И вот начнем с аудитории психологов. Наверное, это большая часть сегодняшней аудитории. Как вы, вот как психологи, это я обращаюсь к этой части, да, аудитории, воспринимаете слово коучинг и профессию коучинг? Какие у вас возникают мысли, вот когда вы произносите слово коучинг? И сейчас я предложу вот свое видение, не этих мыслей, а мыслей, которые я часто встречал, беседуя о коучинге, с психологами, консультантами, терапевтами. И я их суммировал вот в таком вот виде. Будет интересно узнать ваше мнение, согласие или несогласие с этими мыслями, но вот именно с аудиторией психологов. То есть, если вы психолог, практикуете психологию, обучались психологии, то ставьте плюсик в чат, если вы согласны с той мыслью, которую я буду зачитывать, и минус, если вы не согласны с этой мыслью. Итак, первая мысль. К психологу люди приходят, когда у них есть психологические проблемы, а в коучинг, когда их нет. Вот такая вот мысль убеждения. Если согласны, то пришлите плюсик. Это я обращаюсь к психологам. Следующая мысль. Каждый человек должен уделять внимание своему психическому здоровью и лучше делать это с психологом. Плюс, если согласны, минус, если не согласны или не совсем согласны. Следующая мысль. Коучинг – это та же психологическая практика, но не требующая психологического образования. Да? Вот уже вижу минус, плюс. Это нейтрально, да? Когда пишете минус и плюсик, это значит и то, и другое, и согласен, и не согласен одновременно. Можно и так. А коучинг – это что-то корпоративное, выполняющее функции бизнеса, нацеленное на то, чтобы добиться от человека большего. Устроиться коучем можно только в компании. Самостоятельно продвигать себя сложно. Да, продвигать свои коучинговые услуги сложно. Ну вот в компании, да, там распространен коучинг, поэтому туда устроиться коучем проще. Коучинг – это про успешный успех. Это что-то близкое к инфо-цыганству. Извиняюсь за такой термин, да, но он распространен, и мысль такая распространена. Поэтому привожу ее только в качестве мысли, ни в коем случае не в качестве какого-то тезиса своего. Коучинг – это про успешный успех, что-то близкое к инфо-цыганству. Невозможно совмещать психологическую и коучинговую практику, так как это очень разные или очень близкие направления. Вот, возможно, мысль, что это слишком разные, и поэтому совмещать их невозможно в рамках вот одной сессии, в рамках одной деятельности. А есть противоположная мысль, что это очень близкие направления, и там, ну, все запутано и непонятно, что это коучинг или психологическое консультирование. Вот, поэтому их невозможно совмещать. Либо ты психолог, либо ты коуч. Либо ты даешь сессию психологическую, либо коучинговую. Коучингу могут научить за 3 месяца, тогда как психологию изучают в вузах годами. А коучинг – это что-то очень простое, непрофессиональное,
маргинальное, простое, непрофессиональное. Да, но это вот как следствие того, что коучингу можно обучиться за 3 месяца. Так, есть, вижу, минусы, плюсы. И получается, сейчас попробую оценить, чего больше, плюсов или минусов. Ну, не так много обратной связи вы даете, но вот вижу, что поровну плюсы и минусы примерно. Ну, вот здесь, Андрей, обрати внимание на ответы Натальи Заглодиной. Спасибо огромное за такой четкий ответ. Олег, тоже спасибо за голосование. Есть плюсы несколько, но в основном минусы. Не согласны. Хорошо. А вот теперь с другой аудитории посмотрим мнение коучей о психологах, консультантах, о терапевтах, о психологии в целом. Значит, к психологу люди приходят, когда у них есть психологические проблемы, а коучинг, когда их нет. Ну, это то же самое, что на предыдущем слайде. И это соответствует. То есть и психологи так думают, и коучи так думают. Здоровому человеку психолог не нужен. Коучинг работает только со здоровыми людьми. Знания в психологии приводят к директивности в коучинге из-за возникновения диагнозов и концепций о клиенте. То есть мешает. Знание психологии, по сути, мешает качественному коучингу. А значит, разрушает суть коучинга. И отсюда следствие такое. Да? Значит, не надо учить психологию, не надо овладевать какими-то психологическими приемами и техниками, потому что это просто будет мешать. А психология – это про прошлое. Вот это самая распространенная идея. Очень распространена и прям даже на уровне преподавания коучинга. А про детство, про проблемы и негатив, требующие очень долгой и нудной работы. Вот так вот. Быстро никак в психологии. А психология – это что-то очень сложное, требующее долгого обучения, чтобы начать чем-то пользоваться. В психологии фокус на проблемах человека, его ограничениях, в коучинге на решениях и раскрытии потенциала человека. Вот так вот. Психологи концентрируются только на проблемах, ограничениях человека, а вот коучи на решениях и раскрытии потенциала. А коучем можно работать с бизнесом, психологом вход в бизнес затруднен. Невозможно совмещать психологическую и коучинговую практику, так как они противоречат и будут мешать друг другу. Коучинг помогает людям быстро становиться успешнее, а психология приводит к закапыванию в своих проблемах. Вот такие вот убеждения. И следуя логике когнитивно-поведенческого подхода, да, хочется узнать, а где реальность, да, и каким-то образом, возможно, реструктурировать вот предыдущие мысли, да, в какой-то степени, в большей или меньшей, чтобы найти все-таки что-то более такое вот нейтральное и ну, как бы уравновешенное. И я попытался это сделать, и получилось таким вот образом. И дальше хочется узнать, насколько вам откликается вот эта вот вариация, да, таких мыслей вот в таком формате. И в психологию, и в коучинг приходят люди, движимые какими-то сложностями, причина которых во многом кроется в мышлении и поведении человека. И психология, и коучинг помогают преодолеть эти сложности. А, то есть и психология, и коучинг работает с мышлением и поведением человека. А если у вас какие-то возражения на этот счет, дополнения, комментарии, пожалуйста, пишите в чате. Многие знания, подходы, методы и техники психологии можно применять не только в коучинге, но и в своей жизни без глубоких знаний психологии. А какие-то подходы, методы, техники. Для этого не нужно такое вот серьезное, глубокое психологическое основательное образование. А психология, как и коучинг, это не про прошлое и про детство, а про принципы мышления и поведения, которые помогают понять себя лучше и измениться в лучшую сторону. И, конечно же, изменения будут происходить в настоящем и в будущем. Прошлое мы изменить не можем. Психология, как и коучинг, помогает людям становиться успешнее здесь, сейчас, а также жить более полноценной жизнью. Да, вот как раз про раскрытие потенциала, что вот коучинг про раскрытие потенциала нет. А мое глубокое убеждение и опыт показывает, что, конечно же, психологическое консультирование, терапия – это про то, чтобы помочь человеку жить полноценной жизнью, а значит раскрывать свой потенциал. И в психологии, и в коучинге есть как преодоление дисфункционального мышления и поведения, так и усиление функционального мышления и поведения. А психологическую и коучинговую практику можно совмещать, следуя за возможностью и готовностью клиента ставить и достигать соответствующие цели. То есть это совмещаемые вещи.
И дальше будем вот как раз об этом говорить. Это тема сегодняшней нашей встречи. Коучинг действительно ближе к бизнесу, да, фактически, так как он помогает людям ставить и достигать свои цели. Но психологи тоже востребованы в бизнесе, так как психическое здоровье влияет на эффективность работы. И коуч, и практикующий психолог могут проявлять директивность в разные моменты, в разной степени, в разном виде, если есть компетенции для этого и если это помогает клиенту достигать своих целей. А, то есть к вопросу о директивности. Психологическая консультативная терапия – это не обязательно директивная практика. Так же, как и нельзя сказать, что коучинг – это не директивная практика. Да? И другое может быть в равной степени как директивным, так и недирективным, со всем вот спектром этой директивности. Если понравились вот эти вот новые уже реструктурированные, так сказать, мысли уже в виде каких-то знаний таких нейтральных, уравновешенных, адекватных, близких к реальности, то поставьте тоже плюсик, будет интересно. Кто не согласен или хочет дополнить, также, пожалуйста, напишите. И таким образом мы видим разделение очень простое вот этих трех деятельностей. И оно состоит не в содержании деятельности, то есть не в приемах, не в техниках, не даже в подходах, а оно состоит в целях. И вот в зависимости от цели терапии, цели коучинга, цели консультирования и будет выстраиваться как там палитра подходов, палитра техник, палитра методов, которые используются в том или другом виде деятельности. Да, они подстраиваются под это. И как они подстраиваются? В случае психотерапии, вот основная цель, опять же, там есть разные цели, об этом будем говорить. Но основная все-таки цель – это преодолеть проблемы, связанные с определенными психическими расстройствами и дисфункциями. Психологическое консультирование – основная цель – это преодолеть трудности психологического характера в жизнедеятельности, в общении и так далее, которые мешают самореализации и продуктивности человека. Вот. Здесь уже сдвиг, так сказать, вот идет в область самореализации, продуктивность человека, его самоэффективность, которые мешают какие-то психологические сложности. Коучинг же, основная цель коучинга – это определение и достижение своих целей. Вот получается так, цель – помочь достигнуть, определить, а потом достигнуть своих целей. При том, что преодоление препятствий психологического характера является важной составляющей процесса целеполагания, целедостижения, но не единственной и даже не самой важной, не побоюсь это сказать. Да? Но, как правило, у всех нас есть какие-то психологические сложности те или иные, которые приводят к сложностям уже внешнего такого характера, да, в каких-то ситуациях, в какой-то период жизни, связанные там с работой, с личными какими-то моментами личной жизни и так далее. И здесь, конечно же, речь идет о цели, да, основная цель, коучинг – это про цели. Вот цель в коучинге, мы ее понимаем так, это осознанный конкретизированный образ желаемого результата в виде объекта, процесса, состояния, обусловленные возможностями, ценностями и личным смыслом человека. Вот таким вот образом мы проводим достаточно четкую грань. И тогда получается вроде как, да, легко определить, есть диагноз или подозрение на какой-то диагноз, ну, это значит либо психиатрия, либо психотерапия. А когда есть действительно психическое расстройство, есть какая-то дисфункция, которую мы определяем как терапевты, как консультанты с помощью опросников, всяких диагностических инструментов, тогда это терапия. Она поэтому и называется лечение, терапия. Консультирование, да, это вот формат, консультация. То есть я как консультант делюсь опытом, как лучше преодолевать ту или иную психологическую сложность. Потому что люди, конечно, разные, но сталкиваются с одинаковыми психологическими сложностями или хотя бы очень близкими. И поэтому существуют определенные рецепты, да, существует определенный порядок преодоления этих сложностей. Вот коучинг, он исходит из того, что в принципе, да, психологическая сложность не является ведущей в решении, что есть и множество других способов решить эти сложности, не фокусируясь на каких-либо психологических сложностях. Но если это становится каким-то барьером действительно, то тогда да, там применяется точечно и достаточно эффективно, может применяться и методы, подходы, техники из терапии, из консультирования, из психологии.
И вот, чтобы, так сказать, визуализировать это, я предлагаю такую очень простую схему. Значит, получается, что если мы изобразим вот коучинг и терапию в виде кругов, то это как круги Эйлера, которые пересекаются. И если говорить, есть или нет граница между коучингом и терапией, четкой границы действительно, сверхчеткой нет, но есть достаточно четкая граница. Достаточно четкая, это во-первых. Во-вторых, все-таки центр коучинга, да, то, на чем вот ядро, да, вот ядро знаний, умений, навыков коуча и, соответственно, характер сложности человека, с которым он приходит в коучинг или запроса, он вот очень сильно, очень далеко от того, что является центром и таким ядром терапии. Поэтому это достаточно разные виды деятельности. И это чувствуется, да, работа коуча, работа терапевта, ну, в большинстве случаев легко определить, кто сейчас работает, терапевт или коуч, и, соответственно, с кем он работает, с каким запросом. Но, несмотря на это, можно сказать, да, что вот такой четкой границы нет, но есть вот очерченное, да, вот этим вот пересечением, местом пересечения этих двух деятельностей и, соответственно, запросов, с которыми могут приходить люди. И часть запросов действительно попадает вот этот вот в пересекающуюся зону, да, в зону пересечения. И вот тогда действительно становится сложно. То есть вот в этой зоне может работать и помогать как терапевт, так и коуч. Если, скажем, это находится в зоне, которая ближе к терапии, наверное, терапевт лучше поможет человеку справиться с какими-то внутренними именно психологическими барьерами, сложностями, дисфункциями и решить в том числе и внешний запрос, да, запрос на изменение ситуации, на достижение каких-то целей. Но если это находится вот ближе к коучингу, то есть в зоне скорее коучинга, то коуч скорее, да, скорее поможет. Да, и более эффективно поможет, легче поможет клиенту быстрее, да, справиться, решить свой запрос, свой вопрос, решить свою задачу, достигнуть своей цели. И тогда вот здесь могут работать как коучи, так и терапевты. Но при этом, конечно же, большинство запросов, большинство состояний, в которых приходят клиенты, они будут однозначно говорить, в чем лучше работать с этим клиентом. И сам клиент достаточно быстро это понимает. Если он и приходит к коучу, но с таким терапевтическим запросом выясняется, что у него есть дисфункции, какие-то расстройства, то это становится достаточно быстро очевидно. И наоборот, да? Если клиент приходит с какой-то целью, такой внешней целью, с задачей повысить свою самоэффективность, эффективность на работе, принять какое-то важное решение, то быстро становится очевидно, что это можно решить, не углубляясь в какие-то внутренние психологические, там, когнитивные, поведенческие вещи. Вот. Но если мы будем говорить о динамике, то мы можем начинать работать с клиентом в терапии, но постепенно мигрировать, да, в сторону коучинга. И эта миграция, на самом деле, в случае успешной терапии происходит. То есть клиент, который учится и который понимает, да, и реструктурирует уже свои когниции, меняет свое поведение, он хочет, как правило, большего, да, он хочет не просто менять свое поведение, но и становиться более успешным, достигать каких-то целей, и тогда происходит смещение такое, да, постепенное, вот сначала вот в эту зону пересечения, а затем и в сам коучинг. Поэтому можно рассмотреть это так, что терапевт, работая в терапии, при успешной терапии, да, переходит в некую такую зону неизвестности для себя, где уже сложнее работать чисто терапевтическими инструментами, с помощью классических каких-то приемов терапевтических, становится все сложнее и сложнее, чем дальше мигрирует этот клиент. И, как правило, на этом терапия заканчивается. И клиент остается, ну, вот как бы сам с собой. То же самое в случае коучинга. Иногда клиент приходит реально с какой-то сложностью психологического характера, и именно поэтому она не позволяет ему решить свои внешние задачи. И здесь возникает сложность уже у коуча.
То есть не обладая знаниями психологии, не владея какими-то психотерапевтическими подходами, очень сложно преодолеть эти психологические барьеры и все-таки перевести клиента конкретно в коучинг, да, конкретно в достижение каких-то целей. И вот эта вот зона такая белая неизвестности, получается, ее можно перекрыть только совместив вместе эти два круга. Это значит, что коуч должен обладать как большей частью коучинговых знаний, умений, навыков, инструментов, но при этом какой-то частью знаний психологии, какой-то частью даже приемов терапевтических и понимание, как работать со сложностями психологического характера, чтобы, опять же, быстрее человека вывести из этого состояния дисфункционального и перейти уже в коучинг. И так же, как и терапевту, надо владеть все-таки какими-то коучинговыми инструментами, понимать, что такое коучинг, коучинговая модальность, уметь переходить в эту модальность, можно сказать, в стиле работы коучинговой. И тогда этот круг замкнется, да, он станет не надкусанным яблоком, а таким полноценным уже полноценной деятельностью, которая приводит человека не только, так сказать, в нейтральное состояние, равновесие, но и переводит в плюс, в такое позитивное состояние, состояние хорошей, высокой самоэффективности. Вот. И на этом состоянии человеку получится лучше закрепиться и оставаться. Ну, вот я в этом убежден. И следующий слайд, он достаточно сложный, и это мое умопостроение, да, на основании длительного изучения различных подходов психологических. Здесь можно с чем-то согласиться, не согласиться, и я буду рад узнать ваши комментарии, в том числе в видеоролике. Если у вас возникают какие-то комментарии, то можете здесь писать, либо уже под роликом, который будет выложен в YouTube. Я постараюсь на эти комментарии тоже реагировать, отвечать. Мне очень интересно ваше мнение на этот счет. Умопостроение такое, что вот, значит, помогающая деятельность специалиста можно разделить условно на две части. При этом вот в этой левой части это будет такой способ работы, который действительно ориентирован на проблему. И здесь, конечно же, в самой левой такой части находится психиатрия. Там четко диагностируется, да, вот эта дисфункция расстройства. Именно с ней идет работа. Потому что, ну, известно, как работать с определенными дисфункциями, с определенным расстройством, известны протоколы, и, соответственно, они таргетируют и помогают успешно, ну, с той или иной степенью успешно справляться человеку с этим расстройством. Это глубинные подходы, ну, конечно, там психоанализ и так далее. А дальше когнитивная терапия Бека, конечно же, фокусируется, да, это проблемно-ориентированный подход, он так и называется, проблемно-ориентированный. РЭПТ, а вот дальше уже идут такие вот как бы промежуточные варианты, такие, например, как контекстуальные подходы терапии, да, это там третья волна КПТ, ну, вот как один из представителей, это то, что связано с осознанностью, с mindfulness. Это когнитивная терапия, ориентированная на восстановление. Да, она совсем на границе находится. Ну, вот АКТ, опять же, как пример, значит, терапии третьей волны КПТ. Концептуализация сильных сторон, которая появилась в когнитивной терапии Бека, также позволяет вот перевести эту когнитивную терапию вот где-то на разделение вот этих двух частей. Но дальше, если мы перейдем в работу, которая ориентируется на решение и задействует соответствующее мышление и уже специалиста, и клиента, то это получается ОРКТ. Да, это решение-ориентированный подход, он так и называется, поэтому. Это, конечно же, гуманистический подход в таком чистом своем виде. Это все конструктивистские подходы, коих немало. Это позитивная психология, но в практическом своем, конечно, в практической реализации. Это то, что называется феноменология, такая, это очень широкая рамка. И вот здесь вот есть коучинг, да, то есть он находится вот практически в правой части, ну и так далее, там эвристика и то, что называется вершинные подходы, да, не здесь такие условно в кавычках глубинные подходы, здесь такие вершинные подходы. И если посмотреть, то в чем отличие основное? В случае
Значит, работая с проблемно ориентированным мышлением и стилем, то речь идет о, конечно же, тоже сложных системах, но они относительно сложные, потому что они диагностируются, потому что можно определить корень этой проблемы и дальше таргетировать эту проблему, эту сложность, дисфункцию, расстройство. И поэтому работа относительно проста, да, она алгоритмизируется, она может строиться по каким-то правилам. И поэтому здесь задействовано конвергентное мышление как специалиста, так и клиента. Здесь речь идет об исправлении дисфункции, да, какого-то расстройства, слабых сторон, усиления слабых, да, сторон, каких-то дефицитов, отсутствия навыков, соответственно, навыковая идет часть. Здесь фокусируется на какой-либо дисфункции, там, безнадежности, никчемности, пессимизме, беспомощности. Здесь идет стремление выйти из, да, режима какого-то, в котором находится человек, самозащита, закрытость, деградация и так далее. Здесь происходит отражение интерпретации объективной реальности. То есть чем лучше там получается у клиента интерпретировать и видеть эту объективную реальность, тем, значит, он будет более эффективен и лучше справляться со своим расстройством. Поэтому Андрей, фокус извини, на... пожалуйста, раз уж про реальность зашло время, примерно 5 минут остается. Да, я думаю, что в видео, если оно будет, то сможете рассмотреть это. И вся правая часть, она связана с сверхсложными системами, когда задействовано дивергентное мышление как клиента, так и специалиста, когда фокус идет на усиление функции, фокусировка на надежде, уверенности, оптимизме и ответственности, когда речь идет не движение от чего-то, а движение к самоэкспансии, саморазвитию, к открытости, когда идет конструирование субъективной реальности. Неважно, какая объективная реальность. Если можешь хорошо сконструировать свою субъективную реальность, но так, чтобы она прагматично помогала, да, то значит все в порядке. Движение к, да, и это основано не на каком-то обучении логики, а скорее на исследовании, интуиции и, конечно же, на самостоятельность. То, что ведущую роль в этих видах деятельности занимает, как ни странно, не эксперт, не консультант, не специалист, а именно клиент. Вот такое вот разделение. И тогда вот по содержанию коучинга и терапия. Значит, если в случае терапия мы говорим о некой коуч-позиции, то в случае терапии это терапевтическое отношение. Если в случае коучинга об исследовании себя и всего, что окружает клиента, то в случае терапии о диагностике, когда диагностику осуществляет сам специалист-терапевт. Исследование осуществляет в первую очередь сам клиент. И когда есть три таких вот части, на которые мы условно делим весь процесс, это эвристическое, да, то есть способы усиления функционального мышления, способы нахождения решения в сложных, в очень сложных, да, ситуациях, задачах. Это изучает наука эвристика, поэтому мы назвали условно это эвристической частью деятельности. Есть фасилитационная, это помощь человеку как раз в решении, в поиске решения, в организации своей деятельности. И есть, конечно, психологическая составляющая. И вот в коучинге ведущая является эвристической, вспомогательная является фасилитационной и совсем вспомогательной психологическая. И все это потому, что цель изменений вовне, как правило, находится в коучинге. Именно с этим приходят клиенты, с целями, которые лежат вовне. В случае терапии цель лежат внутри, что-то изменить в себе. И поэтому ведущей является психологическая часть, фасилитационно поддерживающая и эвристическая, такой сопутствующий скорее. И вот, вот этот дрейф, как возможен дрейф, да, с клиентом, если мы работаем, начинаем, например, работать в коучинге, попробуем с этой стороны, да, идти. И, допустим, приходит клиент и формулирует какую-то внешнюю цель. Хочу добиться чего-то, хочу таких-то изменений, хочу принять решения, которые касаются моей дальнейшей деятельности, жизни. И если вот внутренние барьеры этот человек может преодолеть, то тогда речь стоит только о том, чтобы преодолеть внешние барьеры и найти решение, как это сделать легче, проще, быстрее. Но иногда приходит клиент, у которых внутренние барьеры достаточно серьезные, и их сложно преодолеть.
И тогда, возможно, надо применять какие-то терапевтические техники и, вообще говоря, владеть основами психологии. Тогда мы успешнее поможем этому клиенту преодолеть эти барьеры и достичь своих внешних целей. Вот. Оказываемся как бы частично в терапии. Возможно, целиком переводим клиента в терапию, если обладаем этими знаниями, навыками, квалификацией, или передаем этого клиента терапевту. После чего клиент может вернуться в коучинг, и очень хочется надеяться, что большинство возвращается в коучинг, да, потому что внутренние проблемы решены, барьеры устранены в значительной степени, и значит, можно уже сфокусироваться на достижении каких-то внешних целей, на достижении большего. И тогда идет возврат в коучинг, и уже концентрация на коучинговых инструментах, на таком стиле коучинга. И обратное, да, дрейф, то есть когда клиент приходит, да, ну вот обратный это из терапии. То есть клиент приходит в терапию, да, преодолевает барьеры, и уже дальше терапевт, если он владеет коучингом, то он все больше и больше от сессии к сессии подключает коучинговую модальность, коучинговые инструменты и переходит вот в коучинг постепенно. И клиент, соответственно, вместе с ним. Вот тоже такой вот дрейф возможен из терапии в коучинг. Так или иначе, по идее, это происходит при успешной терапии. И закончить этот доклад хочу тем, что сказал Эйнштейн, что ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто ее создал. Вот она когнитивная составляющая. И здесь две стороны, да, то есть внешнее, что ты не решишь проблему, внешнюю, если будешь думать так же, и также внутреннее, что чтобы что-то изменить в себе, да, надо изменить мышление. А чтобы изменить мышление, надо преодолеть, возможно, свои какие-то дисфункциональные когнитивные процессы. И то же самое касается поведения. Безумие – это делать одно и то же снова и снова и ожидать при этом других результатов. Вот, поэтому, когда в коучинге происходит такое вот зацикливание, то есть движение по кругу, или когда клиент упирается в такую непреодолимую стену, или коуч чувствует, что ну вот некоучабельный клиент, так сказать, ну никак его не оторвать вот от проблемного мышления, от фокусировки на своих слабых сторонах, не получается. Все время хочет уйти вглубь, так сказать, покопаться в себе, и не до постановки цели, не до решения задач. Вот в таких случаях, конечно же, ну, без какой-то части терапии, знания психологии очень сложно будет двигаться дальше в коучинге. Вот такой вот небольшой доклад. Сейчас посмотрю комментарии, если они есть. Да, вижу только плюсики, комментариев нет. Опять же, открыт для дискуссий на этот счет. Буду рад услышать ваше мнение, когда дальше будем обсуждать. Да, Андрей, спасибо большое за этот доклад. Хотя и слышу его во второй раз, но как будто бы в первый испытываю то же самое удовольствие. Коллеги, если есть сейчас вопросы, комментарии, пожалуйста, лучше всего озвучить голосом. Можно написать в чат. И у нас есть несколько минут на то, чтобы пообщаться вот на эту тему терапии в коучинге и коучинг в терапии, насколько вам это отзывается. Возможно, у вас есть свой собственный опыт, как вам удалось примирить или пока еще не удалось примирить эти две практики в своей деятельности. Да, Инна, добрый вечер. Добрый вечер. Такой вопрос чисто практический. Существуют ли уже какие-то книги, наработки, может быть, обучение, которые готовят специалистов, способных работать в обоих модальностях или же отличать четко, где какая модальность, чтобы четко доносить пользу клиенту и различать, куда его сейчас вести, в психологическую работу, в коучинговую работу, как совмещать. Не знаю, понятно ли. Отличный вопрос, спасибо вам за него. Андрей, наверное, к Да, ну, тебе прежде будет всего, то, конечно я же, добавлю.
хотим обратить ваше внимание на обучение в Международном институте развития когнитивно-поведенческой терапии, где присутствует секция коучинга, да, и в рамках ассоциации эта секция находится, а обучение в рамках мира КПТ. Вот на этом обучении мы как раз обучаем в первую очередь, да, с самого начала тому, как различать эти модальности, как успешно переходить из одной модальности в другую бесшовно, да, не говоря, что вот сейчас мы в терапии, а сейчас вот мы в коучинге. Вы готовы к этому? Вы готовы перейти сейчас в коучинг? Вот это какая-то вот такая вот практика, которая самому клиенту-то не очень, может быть, нужна. Да, ему он пришел, хочет, он, она пришла, пришли, хотят работать со своей задачей, а не... Там, неважно, в коучинге, в терапии. Ну, то есть человек пришел к коучу, значит, он это сделал осознанно. А если пришел в терапию, тоже сделал это осознанно. И дальше вопрос решения, а вот как будет это решаться, имеет меньшее значение. Но мы вот в своем обучении помогаем понять и ощутить на себе стиль работы коуча и стиль работы терапевта, потому что они отличаются, это значимое отличие, чувствительное отличие. И более того, очень сложно перепрыгнуть из одного в другое, не почувствовав это. А, то есть это не что-то вот опять же такое вот размазанное такое вот, да, спектром. Нет, это с достаточно четкой, но несмотря на это, обладающей какой-то шириной, да, такой вот полосой переходной, но четкие две позиции. И именно поэтому, скажем, терапевтам очень сложно в коучинге работать. Происходит постоянно, да, выносит на терапию. Вот. И наоборот, коучам сложно работать в терапевтической модальности, применять терапевтические инструменты, потому что, опять же, постоянно выносит на коучинговые инструменты, на коучинговый стиль работы, мышления. И вот чтобы ощутить на себе вот этот стиль, надо, конечно же, практиковаться. И поэтому большая часть вообще обучения, в том числе и на нашем курсе, это практика. Вот в практике вы почувствуете и зафиксируете, да, этот стиль работы, и дальше сможете уже варьировать, да, вот в этом диапазоне в большей-меньшей степени переключаться между ними. Вот это сложно описать в книге, это крайне сложно. То есть на этом можно писать кандидатские, докторские диссертации. Настолько там вот все это вот словами сложно описать. Но на ощущениях, на уровне ощущений в практике это легко понимается и чувствуется. Вот. Поэтому, ну, приглашаем, да, и в конце будем говорить об этом курсе, который начинается 2 сентября. Но можно обратить внимание на какие-то еще, возможно, направления, которые имеют приставку психологическую из терапии. То есть гештальт-коучинг, психоаналитический коучинг, там, какие еще, транзактный коучинг. Вот. И вот на этих обучениях, конечно же, будет идти как раз речь о том, когда, в каком стиле, в какой модальности находиться и как чувствовать это. И в каком случае, в каких кейсах, с какими клиентами применять то или другое, переходить, да, использовать те или иные техники и методы. Я это предполагаю, потому что вот на этих обучениях, да, там, гештальт-коучинга, психоаналитического коучинга я не был, я не знаю. Могу вот отвечать только за обучение когнитивно-поведенческого коучинга, то есть вот эта вот приставка когнитивно-поведенческий говорит о том, что это будет сочетание как раз двух практик, двух деятельностей. И ключевой момент – это как совмещать это. Инна, удалось? Да, большое спасибо. Я, наверное, еще от себя добавлю, когда мы только приступили к разработке нашей программы, очень много смотрела о том, что есть у коллег за рубежом, и пока, на мой, опять же, субъективный взгляд, очень интересные есть практики у американцев и у англичан. То есть у англичан есть уже магистратуры и бакалавриаты, которые готовят психологических коучей, ну, это если прямо вот на русский переводить калькой, у американцев это уже достаточно давно, единственное «но» в рамках позитивной психологии пока что это живет в основном, если мы берем как это, как высшую школу. И при подготовке нашей программы мы старались оттуда брать определенные вещи. Очень много было переведено на русский язык, потому что сейчас есть тоже проблема с литературой, она на английском языке преимущественно. Вот. Хорошо.
Коллеги, есть ли еще вопросы? Или двигаемся дальше? Тогда мы двигаемся дальше, ко второй части. Андрей, еще раз спасибо за твой приятнейший доклад. И во второй части мы хотим поговорить и поделиться тем опытом, который уже на сегодняшний день существует. Опыт с точки зрения совмещения как раз-таки коучинговых практик с терапевтическими, терапевтических с коучинговыми. И сегодня у нас откликнулось трое коллег, которые прошли обучение психологии коучинга. Это и первый поток, это и второй поток. И сегодня они хотели бы с вами как раз-таки поделиться теми наработками, своими кейсами, которые удалось за это время небольшое с момента выпуска, но несмотря на это интереснейшие кейсы по применению коучинговой практики. Да, и я передаю слово. Андрей, можно следующий слайд? Раз уж ты у руля Сигаловой Светлане, психолог, перинатальный психолог, Светлана с первого курса, с первого потока психологии и коучинга, поэтому было аж целых 3 месяца для того, чтобы попрактиковаться, почти 4. Светлана, добрый вечер. Рада да, видеть. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Приятно всех видеть здесь. Постараюсь коротко. Я психолог. Как вы уже услышали, перинатальный психолог, но на данный момент я в основном работаю с эмоциональными состояниями, которые человек испытывает в возрасте 25-40 лет, что связано с переоценкой жизненного опыта, подведением итогов, самоопределением, самореализацией, то есть кризис среднего возраста, скажем так. В 2004 году я окончила факультет психологии Южноуральского государственного университета. И в этом же 2004 году я окончила курс повышения квалификации по перинатальной психологии у Марины Евгеньевны Ландсбург и Галины Григорьевны Филипповой. И одновременно я проходила курс герботерапии в Израиле в 2001 году. Там же я работала с постинсультными состояниями на основе этого курса. И этот курс я привезла сюда. Затем уже в России я долго работала в медицинском центре, и постепенно я стала помогать не только мамам, которые хотят иметь детей, но и уже с людьми, которые хотят как-то изменить свою жизнь, которые понимают, что им что-то нужно делать с собой. Мы прорабатывали детско-родительские отношения, потому что перинатальная психология, она касается и вот этих вот отношений, которые идут из глубины. Вот. И мы приходили постепенно к тому, что прорабатывая обиду, тревогу, детско-родительские отношения, люди понимали, что нужно что-то менять. Не устраивала жизнь прежних людей. Я стала задумываться, какие методы, да, кроме повышения квалификации в области перинатальной психологии и детско-родительских отношений, какие методы могут помочь моим клиентам в определении и достижении целей. И я поняла, что мне не хватает инструментов. Хотя то, что у меня было наработано, все это прекрасно укладывалось в концепцию достижения целей, но это было долго. И у меня была клиентка, с которой мы вот начали работать, мы с ней прошли путь от постановки целей, даже от мечты какой-то, до переезда в другую страну. Но это все было долго, мне не хватало, знаете, какой-то стройности. И естественно, что я там мешала, вот у меня все время работала психология, я понимала, что чего-то не хватает. Сначала я пришла в КПТ, я много смотрела лекции, изучала материалы, и вот в прошлом году я увидела анонс лекции на Дне знаний. Вот День знаний еще есть в КПТ, вот понимаете, вот, на Дне знаний я увидела такую лекцию, как освоить профессию коуча за 6 месяцев в современной технологии обучения на примере курса когнитивно-поведенческого коучинга, ориентированного на цели. Спикерами были Андрей Василевский и Ксения Попова. И в рамках лекции была проведена интервизия, и я увидела, как это работает. У меня просто глаза загорелись,
Я сразу записалась на этот курс. К сожалению, курс не случился, но я вступила в группу в группу, как это, Ксения, помогите мне, в книжный клуб. В книжный клуб, да. Да, это еще до, по-моему, он в январе, как бы, может быть, даже раньше он начался, но я туда присоединилась в январе. И как раз были свежие главы, научно обоснованный подход в коучинге. Андрей любезно нам предоставлял главы из этой книги, свежепереведенные, то есть это вот прям вот сейчас вот спрашивали, да, где книги искать, вот, вот в книжном клубе есть и такое. Вот. И я вот так вот постепенно, не будучи коучем, а психологом, я вот вступила в сообщество любителей коучинга, независимо от себя. Ну и в апреле начался долгожданный курс, точнее модуль программы, базовый курс когнитивно-поведенческого коучинга. И вначале нам давали прерит, мы его читали, мы выполняли домашние задания, отвечали на вопросы для самопроверки, и уже в день встречи проходило обсуждение с Андреем, с Ксенией. Мы работали в тройках, мы работали в двойках, то есть было колоссально много практических занятий. То есть это было очень-очень динамично. И между встречами у нас еще проходили практические работы, то есть было очень много практики. И как раз во время практики ко мне приходит в терапию клиентка, у нее депрессия, мы с ней начинаем работать и выясняем, что у нее есть также проблемы с работой. И дело даже не в том, что именно с работой. У нее прекрасное образование, да, но она хотела бы поменять фокус, ей хотела бы сменить направление, и тогда я ей предложила: давайте с вами проведем коучинговую сессию. Я ей, конечно, честно призналась, что, вы знаете, я учусь, но она радостно согласилась. Мы с ней заполнили когнитивную карту, которую мы как раз-таки делали на обучении. И вы знаете, мне клиентка говорит: вы знаете, я не мечтала, наверное, лет 5. А здесь я увидела, что я хочу, чего я хочу вообще в жизни. Мы с ней составили когнитивную карту, мы разработали все шаги, которые нужно сделать для того, чтобы начать мягкую смену профессии, что нужно для этого сделать. На следующей сессии человек приходит в терапию и говорит: вы знаете, у меня такое впечатление, что у меня нет депрессии. Она, конечно, у меня есть, причем клиентка на препаратах. Вот. И человек начинает работать. У ней просто глаза засветились. Она стала общаться с другими людьми. Она стала мне рассказывать, что она делает. То есть, ну, для меня это, ну, я, во-первых, совершенно без опыта, это было вообще первый раз, когда я работала в качестве коуча с клиентом, и для меня это было просто, ну, какой-то восторг, действительно. Ну, я его, конечно, не показывала, но мне было очень приятно, что это работает. И сейчас что я хочу сказать, что я, конечно, не коуч, потому что для этого нужно учиться, и одного модуля программы не хватает для этого. Но я в терапии сейчас применяю именно коучинговые знания, полученные на курсе. И столкнулась еще с тем, что когда у меня есть клиенты, которые очень давно в терапии у меня, да,
И я им говорю, вот вы можете, это коучинговый запрос вот в данный момент, потому что они давно уже, мы все с ними проработали, они у меня уже просто наблюдаются, скажем так. Я говорю, вот можно пойти к коучу и что-то разобрать. Я говорю, зачем мы пойдем к коучу? Вы нас знаете там с ног до головы. Нам уже не надо вам объяснять вообще ничего. Вы о нас знаете все, и это можно очень быстро сделать. Действительно, я хочу сказать, что, конечно, сложными там какими-то вопросами я, конечно, не занимаюсь. Я все-таки жду продолжения курса и хочу как бы повысить свою квалификацию. Но я внедряю это в свою работу. И прямо мы говорим, что мы в следующий раз, на следующей встрече, мы работаем с коучинговым запросом. И это получается, это замечательно. Конечно, есть трудности в том, что иногда я как да, психолог, меня иногда заносит, да, что мне нужно терапию провести вот в серединке, да, где-то. Но я себе листочек написала, что коучинг – это не пространство для советов. Прямо у меня тут вот на стеночке висит. То есть я стараюсь внимание обращать на этот свой листочек с таким напоминанием. И во время именно коучинговой сессии советов не давать. Но иногда... И вы знаете, но после, кстати, вот еще что? После вот такой коучинговой сессии... допустим, на следующей сессии уже где-то можно и получается делиться действительно какими-то советами, когда нужно дать какую-то информацию, эта информация все-таки дается, где я считаю это нужно. Ну, ладно, я прошу прощения, прям да. 2 минуты. Да, все, я уже заканчиваю. Я хочу просто сказать, что у нас еще образовался клуб выпускников. Такая очень теплая компания, да, где вот мы под чутким руководством Ксении и Андрея проводятся тренировочные сессии. Это вот для меня очень важно, потому что, где мне получать практику, да, тем более практику под наблюдением коучей, вот. И это очень замечательно. И второе еще, да, у нас есть сообщество «Психология коучинга». Ну и там уже, конечно, люди делятся. Ну тут друзья и коллеги, конечно, многие знают об этом. И мы делимся, спорим иногда. Вот поздравляем друг друга с днем рождения. То есть это очень приятная и теплая атмосферная группа. Вот я хочу сказать так. Поэтому я хочу поблагодарить и Ксению, и Андрея за то, что у нас есть и книжный клуб, и клуб выпускников, и сообщество психологии и коучинга. Это, конечно, очень поддерживающие такие группы. Спасибо большое, что такая возможность у нас есть. Ну, в принципе, я закончила. Спасибо. Спасибо большое, Светлана, за то, что поделились своим кейсом. Спасибо, что вы с нами. Вот. И, коллеги, если у кого-то есть желание попробовать себя в качестве клиента в когнитивно-поведенческом коучинге, ориентированном на цели, мы вас приглашаем вот как раз-таки в клуб выпускников, где под нашим с Андреем присмотром с вами будут работать разные коучи. Это очень интересный опыт и точно хорошие результаты. Есть у нас клиент, который может это точно уже теперь подтвердить. Коллеги, есть ли вопросы к Светлане? Угу. Как попасть в клуб? Напишу сейчас в чате. А тогда, если вопросов нет, вдруг они появятся, пишите в чат. Я хотела бы передать слово следующему коллеге. Это Андрей Переходченко. Андрей, который Василевский, верни нам, пожалуйста, да, слайд. Бизнес-тренер ICBT, магистр психологии, педагог-психолог, психолог и коуч в когнитивно-поведенческом подходе. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, коллеги. Рад вас, Ксения, Андрей, видеть и всех, кто сегодня вместе с нами. 47 человек на данный момент времени вижу в чатике. Это здорово. Хотел бы представить себя в маленькой визиточке. Видно, чем я занимаюсь. И в первую очередь, чем я занимаюсь, это практическая консультативная деятельность, где я как КПТ-психолог, получив образование практическое в ассоциации, а до этого в магистратуре Государственного университета Нижегородского, практикую свой кабинет. У меня отдельный будет момент про мой кабинет. Вот, с появлением коучинга в моей жизни он преобразился. Вот. Так, там можно следующий слайд показать. Это как психолог, с какими запросами я работаю. И вот в основном область моего применения практического, я полезен клиентам как консультант в личностном кризисе и кризисе среднего возраста. В том числе на фоне этого обычно у людей еще и проходит профессиональный кризис. И вот там я тоже пригождаюсь очень хорошо. Вот. Это что касается частных клиентов. Также я взаимодействую еще и с бизнес-сферой. И вот там следующий слайд. Какая область моего участия в этом вопросе. Там я тоже системно подхожу как и к личности, то есть важна целостность, важна зрелость компании, сотрудников и руководителей. И вопрос, есть ли там кризис, вот тоже меня интересует, вот с этим я тоже разбираюсь. Вот, это вот небольшое знакомство. В конце моего выступления будет плашечка с контактами, вот можно меня крупно вернуть пока, я расскажу, как я встретил и Ксению, и Андрея. Вот. Встретил я в анонсе в ассоциации, это была рассылка или, я не знаю, реклама, может быть, ВКонтакте, потому что этого много от ассоциации, это здорово, очень хорошо анонсируется мероприятие, вот, и я давно хотел изучить коучинг и умышленно, где-то подсознательно, я не хотел изучать коучинг у коучей. Я вот нарвался на Ксению и Андрея как на людей изначально из психологии, потому что я не верю в коучинг и в тренерство без психологии. Вот кто бы мне что ни говорил, но вот мое убеждение вот такое. И те, кто говорит, что они коучи до мозга костей, скорее всего, точно смотрят какие-нибудь видосы про КПТ или листают кого-нибудь, Бек, например, Джудит. Вот. Так что для меня это стало очень хорошим практическим инструментом, в котором я чем занимаюсь. То есть мы работаем с целостностью системы, неважно, личностная это или корпоративная система, то есть создать целостность, потом этому добавить живости, и чтобы это потом было жизнеспособно и жизнестойко. Вот. Хотелось бы небольшое такое отступление сделать, лирическое. Если кто-то помнит сказку «Иван Царевич и Серый Волк», и вот там где-то в финале сказки Ивана порубил кто-то, я не помню, на части. Вот. И волк помог, значит, взял в заложники вороненка и ворону приказал принести живую и мертвую воду. И вот сначала мертвой водой они полили Ивана, и его части тела срослись. И потом они уже полили живой водой, когда уже целостность была, и он, Иван, ожил. Вот что в нашей практике живая вода, что мертвая, коучинг или терапия, вот, это решать уже нам, друзья, выбирать, какой инструмент для этого мы сделаем, используем, но то, что изначально надо создать целостность у системы, а потом ее оживлять, это точно. Это как, как вот пытаться установить Windows, я не знаю, на монитор просто отдельно, даже воткнутый в розетку. Это невозможно. Вот. Дальше, значит, с помощью коучингового обучения
и вот этого инструмента, который в меня внедрился, так сказать, там ассимилировался, у меня начали происходить какие-то жизненные изменения приятные, личные, в том числе научные и практические. То есть это точно было связано с каким-то расширением, таким практическим, научным. Пошел какой-то новый клиент интересный, старые клиенты по-другому заколосились, и это здорово. Вот. Из личных достижений этого лета, вот прям вот, я не знаю, обучение коучингу было причиной или фоном этого? Ну, это гештальтисты, наверное, ответят, да? Фигура или фоном был коучинг. Вот, но так или иначе, вещи точно связаны. Я сделал прекраснейший ремонт в своем кабинете, о котором прокрастинировал очень долго, и он вот решился. Я начал писать несколько курсов, я больше видео стал выкладывать в сеть профессиональных, то есть по профилю. Что еще? На фоне, значит, участия во всех вот этих вот комьюнити, да, в этом опылении появились новые идеи по вот работе с корпоративным клиентом, то есть там программы сразу, движение, расширение произошло, вот. В общем, было хорошо, стало еще лучше. Точно лучше, и точно это связано с коучингом. Как он отразился конкретно в практическом применении, вот я как финал обучения я участвовал, да, в супервизии, который рассказывал кейс про молодого человека. Вот, у меня этот молодой человек просто, я не знаю, что это нечто, кино надо снимать, что сейчас происходит с человеком в жизни. Вот. То есть человек получал 40 тысяч зарплату, через пару сессий коучинга он нашел работу за 100 тысяч, и уже не стесняясь, то есть там адаптируется, и это часть его пути, достаточно многоходового, который он сам запустил, то есть вот в этой нашей работе. И, то есть, и он причем отличил, что это уже коучинг. Он говорит: слушай, а вот коучинг это же не терапия, а может я свою девушку тебе приведу? Это можно? Вот. То есть он уже соображает, что это уже немножко другие вещи. Вот. И я уже даже усомнился, это я у коллег потом спрошу, можно или нет. Но пока мы работаем с этим парнем. В общем, успехи точно есть. Инструменты точно работают, вот, и, ну, для меня это было, ну, важным таким стратегическим расширением, которое у меня очень хорошо работает. Я сейчас сайт свой запустил в очередное обновление, будет просто конфетка. Спасибо Андрею и Ксении. Вот, можно листнуть слайд в конец, там вот мои контакты, может кто-нибудь на QR-код быстренько фотоаппаратом чикнуть и ко мне добавиться ВКонтакте, в друзья, а там есть остальные ссылки, вот, и на телеграм-канал, и на сайт. Отлично, спасибо большое, Андрей, у меня до сих пор стоит перед глазами фигуры речи и метафора про колосящихся клиентов летом. Вот. Я помню очень хорошо ваш кейс, который вы носили на супервизию с молодым человеком. Да, здорово, что так все с ним разрешилось. Я прям очень-очень рада. Я в двух словах просто расскажу эту многоходовочку. То есть мы говорили, что он хочет войти, а он по образованию электроинженер. Так вот, мы его сейчас внедрили в компанию электроинженером, в IT-компанию, где он параллельно сейчас изучает IT, чтобы там вот ассимилироваться в конечном итоге туда, куда он хочет. Потрясающе. Спасибо вам большое за то, что поделились своим кейсом. Спасибо вам. Добро пожаловать ко мне в друзья на моей странице. Буду рад знакомству. Здорово. Коллеги, есть ли вопросы к Андрею? Возможно, какие-то комментарии. Окей, тогда можно в чат написать. И я хотела бы представить нашего третьего сегодня гостя. Андрей, можно слайд?
Татьяна Гузей, клинический психолог, психолог-консультант, ведущая групп и компетентностный преподаватель в Институте Карвар-Сарского. Татьяна, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые участники. Я хочу сказать большое спасибо Ксении Поповой и Андрею Василевскому за возможность участия в первом потоке КПК «Цель». Это было весной этого года. Мне этот курс очень много дал, и, на мой взгляд, по вложениям качества, сроки обучения и стоимость, для меня это был самый эффективный курс. Так что я его рекомендую. Я попала к вам на курс через коллегу своего, который к вам на курс не пошел. И это было очень замечательно. Я посмотрела, кто проводит курс. Я участвовала в ваших книжных, в вашем книжном клубе с большим удовольствием. Вы даете столько объемного, важного и полезного материала, причем это дается бесплатно. Поэтому, слушатели, приходите, берите. Все очень доступно, понятно и помогает и в саморазвитии, и помогает в построении карьеры. Вот, очень рекомендую. Хочу сказать, что после курса, как здесь уже говорилось, у нас есть клуб выпускников, на котором мы работаем с реальным клиентом, причем с реальным клиентом, который дает свой запрос и который растет. И, скажем, буквально в этот понедельник клиент дал обратную связь о том, как у него все круто, замечательно, и клиент хочет еще работать с нами, как с коучами, что тоже очень воодушевляет и помогает. Я клинический психолог, я работаю с клиентами не в коучинговом подходе, я работаю как психолог. При этом я проходила ориентированное на решение краткосрочную терапию, обучение у Юрия Ионова, и вижу очень много того, что мне пригодилось при обучении коучингу и у Андрея, и у Ксении. Терапия принятия ответственности, которую я использую и которой я обучалась у Татьяны Кобзевой, тоже в этой копилке и тоже помогает в коучинговом подходе и в терапии с клиентами. И когнитивно-поведенческая терапия. Я изучала этот метод в Институте Карвасарского у Ирины Бубновой, там, где я сейчас являюсь компетентностным преподавателем. И, на мой взгляд, обучение коучингу у Андрея Василевского и у Ксении Поповой помогло мне продвинуться в моем профессиональном плане. Я вела до курса группы самостоятельно, а после коучингового курса обучения я вместе со своим ко-терапевтом, то есть я коллегу, начинающего психолога, который недавно начал работать, вместе собрали и провели терапевтическую группу несколько занятий. И это было очень важно и полезно. Вот. Еще хочу сказать, что, конечно, тот материал, который на курсе дается нам, как участникам клуба, это неоценимый материал, и в том числе и фасилитационные, и эвристические составляющие коучингового подхода. Скажем, я больше осознала и приняла, примерила здесь. И хочу сказать, что когда я начинала работать, у меня были клиенты, которые уходили после психотерапии, психологического консультирования в коучинг.
И для меня это оказалось тоже вот таким звоночком, что да, это есть, это работает. И вот эта терапия, когда мы идем на решение и опираемся на сильные, здоровые части клиента, я опираюсь, или своего пациента, это помогает. То есть видим будущее, а коучинговый подход помогает мне в работе с одним из моих направлений, это работа с начинающими психологами. И вот это построение цели, снятие психологических вопросов, это, скажем, один вектор работы. А другой вектор, когда я помогаю увидеть, куда хочет идти мой клиент, сроки, да, и выстраивание вот этой траектории. Это чисто коучинговый запрос. И вот это обучение мне помогло работать с этой категорией, с этой целевой аудиторией моей. Поэтому хочу сказать большое спасибо и, конечно, поддерживающее сообщество нас, студентов, тех, кто обучался у Ксении и у Андрея. Время, которое они дают нам, дарят нам, это такой объем, это столько тепла поддерживающего. И вот эти группы, их много. Хочу сказать огромное спасибо. То есть это совместный рост, это поддержка. И хочу добавить такой важный плюс, как решение своих запросов, которые тоже можно проводить вот на этом курсе. То есть решать свои запросы с коллегами, решать свои запросы на демо-сессиях, которые замечательно, как всегда, виртуозно проводит Андрей. И рекомендую. Я своим коллегам рекомендовала, и буквально вчера на интервизии по коучингу тоже вспоминали, говорили о том, где можно учиться у нас коучингу. И у нас сейчас появляется такая возможность. Я планирую на следующий курс пойти и надеюсь, что это также поможет мне в работе. Вот. Потому что это полезно, и это тоже про развитие. Спасибо вам большое. Спасибо, Ксения. Спасибо, Андрей. Спасибо, Татьяна, за то, что поделились и своим личным опытом, и тем, как вы применяете полученные знания. Коллеги, есть ли вопросы к Татьяне? Тогда позвольте завершить сегодняшнюю встречу чуть большей детализацией, но все-таки более сжатым рассказом про то, о каком же обучении шла речь. Андрей, можно вывести нас на экран слайды? Это курс, он на сегодняшний день единственный в России. Возможно, как это, пока я говорила эти слова, что-то изменилось в этом мире, тогда дайте знать, если вам об этом известно. Андрей, можно слайд? Это курс «Психология коучинга», это интенсив. Он стартует 2 сентября и заканчивается 14 октября. Мы проводим обучение по субботам с 10 до 3 по московскому времени. И этот курс для всех тех, кто интересуется коучингом с профессиональной точки зрения, то есть вы планируете свою профессиональную деятельность так или иначе связать с этой практикой, для обучающихся коучингу и практикующих коучей. У нас также много тех людей, которые прошли обучение по стандартам ICF в различных школах и приходят на этот курс как следующая ступень своего развития. Психологи-консультанты и психотерапевты, собственно, то, о чем сегодня говорил Андрей, о чем говорили коллеги, для того, чтобы вести клиентов, собственно, из терапии в уже в коучинговый формат. Можно следующий слайд?
И если говорить про цели курса, то для коучей это переосмысление и упорядочение своих знаний и навыков в коучинге с позиции ключевых психологических теорий, методов практической психологии. Для психологов, наоборот, это понимание психологической природы коучинга и приобретение ключевых навыков работы в коучинговой модальности. Обратите внимание, что здесь две целевых аудитории, и мы сделали это не случайно, потому что психологи много чего могут заимствовать у коллег из коучинга, а коучи, смотря на коллег психологов, психотерапевтов, понимают, что тоже есть куда расти с точки зрения глубины. И вот таким образом происходит перекрестное опыление. Дальше. Структура курса у нас следующая. Андрей, можно вывести полностью весь слайд? Все начинается с самостоятельной теоретической подготовки в виде преридов. Я считаю, что взрослые люди прекрасно умеют читать, и нет смысла пересказывать теорию на очных встречах, которые нужны для уточнения вопросов и практики. Ее достаточно много. Есть у нас дополнительная практика по желанию. Если кто-то знаком с базовым курсом КПТ, то это то, что называется ТИНА, это ТИНА. То есть, когда мы встречаемся один раз в неделю и отрабатываем тот инструмент, о котором говорилось на основном семинаре, уже детально. И что здесь интересно, к этим дополнительным практикам могут присоединяться выпускники предыдущих курсов, это открыто. Если у кого-то есть самостоятельная практика, то они ее ведут с реальными своими клиентами, и если возникают вопросы, то мы всегда на них готовы ответить в чате. Их можно задавать. Следующий слайд. Содержание следующее. К третьему потоку оно расширилось значительно. У нас стало 6 семинаров. Первый посвящен коучингу как виду профессиональной деятельности и коуч-позиции. Но коуч-позиция здесь мы рассматриваем с точки зрения, откуда вообще она пришла, какие ее истоки, какова база. И далее рассматриваем каждую составляющую когнитивно-поведенческого коучинга, ориентированного на цели, отдельно. Сегодня Андрей об этом говорил. Это фасилитационная составляющая модели и основные инструменты, их порядка 17. Это эвристическая составляющая, конвергентное и дивергентное мышление. Решение сложных задач в коучинге через метод ОРКТ и психологическая составляющая для преодоления как раз-таки психологических барьеров, которые достаточно часто встречаются у клиентов на основе когнитивно-поведенческого подхода. И шестой семинар посвящен методу мотивационного интервью, достаточно большой, и итоговый седьмой – это учебная супервизия. Собственно, на этом этот интенсив заканчивается, но он, правда, интенсивный. Результаты для коуча следующие. Как мы видим из практики, это повышение эффективности коучинговой практики благодаря владению более гибким стилем работы, а также широким спектром психологических приемов и техник. Для психологов это расширение спектра работы и повышение эффективности за счет овладения коучинговым стилем работы, специфическими коучинговыми приемами и техниками. Вот сегодня Татьяна как раз-таки говорила об одной из таких специфик. Это умение ориентировать своего клиента и делать некий такой акцент, опору на сильные стороны человека. Это дает действительно очень интересные и очень хорошие результаты. Угу. Есть ли у нас еще? Ну и, собственно, коллеги, если остались вопросы, если остались комментарии, будем рады их услышать, подискутировать. Если таковых нет, то... А, есть, отлично. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер, извините, что без видео. Ничего страшного, главное, слышно. Да, у меня такой вопрос. Вот на сайте там указано, что 4 модуля существует. Вот
у этого курса. Я так понимаю, сейчас речь идет про первый модуль? Второй. Их существует четыре. Три из них, второй, третий, четвертый, для тех людей, у которых есть психологическое образование. Желательно высшее, но и переподготовка тоже принимается. Первый модуль, он для непсихологов. Он пока еще не запускается, но его можно будет, если нет психологического образования, добрать чуть позже. Там как раз основные темы из общей психологии, из позитивной психологии, когнитивной психологии, которые нужны конкретно для коучинга. То есть нет цели дать весь курс психологии, есть цель как раз-таки отобрать конкретно то, что будет важно, полезно и необходимо в работе коуч-консультанта. Это вот тот подход, который наши коллеги из Америки, из Европы сейчас очень активно развивают, и у него есть свои плоды. То есть получается, вот на этот второй поток могут попасть только люди, которые имеют какое-то психологическое образование, нет, да? Не обязательно. Можно и без психологического образования, просто модуль один можно будет в случае, если вы хотите пройти весь базовый курс, его можно будет пройти чуть позже. Спасибо. Поэтому на второй поток, на интенсив, мы приглашаем всех. Так, уточнить. Смотрю чат. Стоимость обучения 25 тысяч сейчас выставлена на сайте АКПП. Модули 3 и 4, скорее всего, будут в следующем году, в начале года. Это январь. Старт. Повтор модуля 2 не могу сейчас сказать, будет ли он в ближайшее время. Какой документ будет выдаваться? По итогам второго модуля, он же интенсив психологии коучинга, выдается два сертификата. Первый сертификат о прохождении данного интенсива. Второй сертификат о том, что вы прошли модуль номер 2 базового курса когнитивно-поведенческого коучинга, ориентированного на цели. По итогам прохождения 4 модулей, либо 3, если у вас есть психологическое образование, выдается удостоверение о повышении квалификации. Да, и, соответственно, сертификат о том, что вы когнитивно-поведенческий коуч, прослушали полную программу когнитивно-поведенческого коуча, это даже если вы не имеете какого-то высшего психологического там, образования, педагогического, медицинского, то тогда не удостоверение, но сертификат, с которым вы можете уже уверенно заявлять о том, что вы когнитивно-поведенческий коуч. Обучение по вечерам, обучение по утрам. В субботу с 10 до 15.00 по Москве один раз в неделю. Дополнительная практика по желанию, она выбирается в течение среди недели, выбирается какой-то один день на 2-2,5 часа. Это решается уже в группе. Там, в одной группе у нас это было по вторникам, в другой группе это были вообще плавающие дни. Каждую неделю мы договаривались. Но это, опять же, не обязательно. Можно приходить, можно нет. 60 часов в модуле. Те, кто имеет психологическое образование, модуль 1 не обязательно. Да, это так. Да, то есть модуль 1 – это, по сути, общая психология, но именно те знания общей психологии, которые необходимы для коучинга, да, которые необходимы для того, чтобы затем усвоить когнитивно-поведенческий подход в коучинге. Это модуль 3. Потому что важно знать понятия, термины, да, условные там рефлексы, вот, виды научения, да, то есть владеть, пока, иначе очень сложно будет рассказывать о когнитивно-поведенческом подходе людям, у которых не было вообще психологического образования, пользуясь этими словами, пытаясь ими объяснить когнитивно-поведенческий подход. Вот, и это будет, ну, достаточно непростой задачей, поэтому, конечно же, перед третьим модулем тем, у кого нет психологического образования, нужно вот закончить этот модуль 1 или модуль еще нулевым, мы его, так сказать, подготовительным называем. Но для психологов, да, изучать условные и безусловные рефлексы, там, виды научения и так далее, ну, нет никакого
никакого смысла, да, наверное. Поэтому, но только если вот с такой точки зрения, что освежить в памяти, да, если курс психологии был давно, общей психологии, и понять, что в коучинге является ключевым психологическим знанием. Вот это, возможно, будет интересно. Ну и, конечно же, мы же практикуем, да, то есть мы даем теорию за рамками занятий, а вот на занятиях мы будем практиковать и как раз вот иллюстрировать какие-то знания определенными, значит, отработками, да, заданиями, чтобы это знание укладывалось, чтобы оно не просто как теория где-то там в голове витало, а чтобы это все-таки переходило в умения, навыки, в понимание, как с этим еще работать и зачем это нужно, вот в помогающей практике. Поэтому в целом это может быть интересно даже для психологов. Спасибо, Андрей. А будет ли ВКР на каждом модуле или по итогу всех модулей? Нет, в конце каждого модуля у нас есть учебная супервизия, кроме четвертого, там уже реальная супервизия, где вы сдаете кейс, он оценивается по компетенциям, по каждой этой компетенции вы готовитесь в течение четвертого модуля. Поэтому там абсолютно ничего страшного нет. Предоставляется ли запись обучения? Нет. Не предоставляется. Очень много материала теоретического есть в преридах, а практика, онлайн-семинары – это в основном практика. Там особо записывать нечего. Да, но если вы все-таки, извиняюсь, Ксения, если вы пропускаете, допустим, да, ну, по каким-то обстоятельствам, которые непредсказуемы, или уже сейчас знаете, что там одно-два занятия пропустите, что не очень хорошо на самом деле, потому что все-таки это очень, это интенсив, да, интенсивное достаточно обучение, и дается одна тема, да, вот одно занятие пятичасовое, одна большая тема. Конечно, это не очень желательно, но у нас есть прерит, и у нас есть возможность дать задание вам, если вы пропустите, прям мы пришлем слайды, по которым вы можете осуществить практику, которая осуществлялась на семинаре, самостоятельно договорившись с кем-то из участников, кто вот был на этом семинаре, с ним можно будет договориться или с двумя, чтобы в тройке работать, и попрактиковать, просто отработать все эти приемы. Я думаю, точно кто-то согласится еще раз попробовать, потому что достаточно интересная, любопытная практика, полезная даже в личном плане. Вот, поэтому, если вы это отрабатываете, прочитали прерит по-всякому, то мы, соответственно, с учетом этой отработки практической, уже самостоятельной, все равно будем засчитывать прохождение пропущенного семинара. Получается, в удостоверении о повышении квалификации будет указано 180 часов. Получается, да. 60-60? Да. Какая будет указана квалификация? Андрей, квалификация вот... когнитивно-поведенческий коуч. Все, спасибо. Вы можете запросить, обратиться в МИР КПТ, ну, по общему телефону, который общий для МИР КПТ и АКПП, и запросить примеры, образец этих удостоверений, этих сертификатов, они имеются. В чате больше вопросов не вижу, да? Пожалуйста, Наталья. Спасибо за вопросы. Коллеги, есть ли еще вопросы, комментарии? Тогда, если пока что их нет, мы будем очень рады вас видеть в книжных клубах. Приходите, мы как раз-таки занимаемся тем, что переводим первые самые книги, первую литературу с английского на русский по психологии коучинга. В России, как я уже говорила, этого нет. На сегодняшний день нет ни одной книги по психологии коучинга на русском языке. Можно присутствовать как слушатель, можно брать статью, если вы владеете на достаточном уровне английского языка, и переводить ее, и дальше делать презентации, как это у нас было вот в последней встрече, потрясающей. Была презентация, посвященная коучингу, применению коучинга при работе со стрессом. Скоро, Андрей, у нас же скоро будет, да, вывешено в Ютубе эта встреча. Да-да-да, в ближайшее время выложим, да-да-да.
И если кто-то хочет на себе, опять же, попробовать когнитивно-поведенческий коучинг, ориентированный на цели в качестве клиента, пожалуйста, свяжитесь со мной, либо с Андреем, мы вас с радостью пригласим в клуб выпускников. Это будет интересно и полезно, я в этом не сомневаюсь. В качестве работы наших выпускников я не сомневаюсь ни на йоту. Так, вроде как теперь уже точно все. Еще раз спасибо, коллеги Светлана, Андрей, Татьяна, за то, что поделились опытом. Будем очень рады вас видеть на дополнительных практиках третьего потока. Надеюсь, что все сложится. Приходите, как говорится, повторение мать учения, ну и с новыми людьми оно все равно по-новому начинает звучать, новые ноты появляются. Да, ссылки на курс есть в чате. Ну и тогда, коллеги, до новых встреч и приятнейшего вечера Да, и ночи. спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.